Всем привет, с вами я, Дед Милон. Сегодня я расскажу об изменениях, которые я уверен, что добавят в игру, если что, вся информация взята с телеграм-канала Милон Хак, ссылка на них в описании. Ну и перед началом, пожалуйста, подпишитесь, вам не сложно, а мне приятно, ну и давайте начинать. Все мы знаем, что недавно иконка игры обновилась, и теперь выглядит так, но на этой иконке есть некоторые интересные детали. Первая каска на Милоне выглядит иначе, вы только сравните с игрой и иконкой, так что можно в дальнейшем ждать изменения одежды. Второе, мы можем видеть, что об каску Милона разбивается кирпич, а как мы знаем, в игре кирпич не разбивается, это значит, что можно ожидать в следующем обновлении ломания некоторых предметов. Ну и вот ролик подошел к концу, ставьте лайки и подписывайтесь, всем удачи и пока.